Молодежь, как будущее нации, во все времена представляла собой особую ценность для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве материальных и духовных благ. Точно так же и молодежь Алмалыкского горно-металлургического комбината является для предприятия основополагающим звеном. На протяжении 2022 года сотрудники структурных подразделений комбината участвовали в различных спортивных соревнованиях и конкурсах профессионального мастерства. И хотя итоги состязаний уже давно подведены, 27 января в Управлении промышленного железнодорожного транспорта прошла церемония награждения самых активных молодых кадров подразделения, проявивших себя среди коллег. На мероприятии присутствовали исполняющие обязанности начальника УПЖТ Сироджидин Маназаров, исполняющие обязанности председателя Союза молодежи АГМК Инамджон Матмусаев, которые по достоинству оценили достижения сотрудников управления. В ходе мероприятия заместитель начальника ОПЖТ по вопросам молодежи Шахзод Рахмонов выступил с итоговым отчетом о проделанной в 2022 году колоссальной работе с молодежью. По итогам спортивных состязаний 14 сотрудников награждены памятными подарками по 9 направлениям. Это настольный теннис, легкая атлетика, шахматы и шашки, волейбол, плавание, перетягивание каната, поднятие тяжестей, эстафета и конкурс последователей Амира Тимура. Не обошли стороной и победителей конкурсов профессионального мастерства – самый лучший молодой маркшейдер, самый лучший молодой бухгалтер и самый лучший молодой электрогазосварщик получили свои заслуженные награды. Здесь же выделили и самого активного лидера молодежи 2022 года. Им оказался лидер молодежи ЖДЦ номер 3 Бекзот Сафарматов. Молодым книголюбом 2022 года стал сотрудник ОПЖТ Азизбек Юсупов. Благодарственные письма за оказание помощи и поддержки молодежи в участии в духовно-просветительской спортивной жизни предприятия в коллективном труде получили руководители трех цехов. Безусловно, поощрение молодежи за их трудовые успехи и достижения положительно сказываются и на производственные процессы, стимулирует сотрудников быть лучше и достигать более высоких трудовых результатов.